Привет, YouTube! Решаем задачу номер 495 из сборника Демидовича. Вычислить предел при х, стремящемся к π на 3, синус х минус π на 3, деленное на единица минус 2 косинус х. Неопределенность вида 0 на 0, х стремится к π на 3, в данном случае не совсем удобно. Давайте сразу же сделаем замену y равно х минус π на 3. Тогда, в силу того, что х стремится к π на 3, y будет стремиться к нулю при х, стремящемся к π на 3. Сразу же выразим x, x равен y плюс π на 3. А наш предел перепишется в виде предел при y, стремящемся к нулю, синус y разделить на единица минус 2 косинус y плюс π на 3. Равно. Теперь давайте в знаменателе распишем косинус суммы. Итак, числитель не трогаю, синус y, а в знаменателе единица минус 2 умножить косинус первого слагаемого на косинус второго слагаемого минус синус первого слагаемого на синус второго слагаемого. Равно предел при y, стремящемся к нулю. Числитель пока что не трогаем, синус y. В знаменателе давайте раскрывать скобки. Единица минус 2 на косинус y на косинус π на 3. Косинус π на 3 это 1 вторая. Далее плюс 2 на синус y и на синус π на 3. Синус π на 3 это корень из 3, деленное на 2. Так, двоечки можно вот здесь сократить и вот здесь. И у нас остается предел при y, стремящемся к нулю, синус y разделить на единицу минус косинус y плюс корень из 3 на синус y. Равно. Предел при y, стремящемся к нулю. Итак, синус y по-прежнему не трогаем, а в знаменателе единица минус косинус y. Уже неоднократно делали, здесь либо через двойной угол расписать косинус, либо вспомнить формулу понижения синуса и заметить, что это удвоенный синус квадрат y пополам. Плюс корень из 3 умножить на синус y. Равно. Теперь все сводим к первому замечательному пределу, а поэтому разделим числитель и знаменатель на y. Итак, предел при y, стремящемся к нулю, в числителе синус y разделить на y, а в знаменателе делим почленно и распишем еще синус y пополам, как произведение двух синусов. Поэтому 2 умножить на синус y пополам, далее мы делим еще на y, и еще один синус y пополам у нас остается. Плюс корень из 3 умножить на синус y, и мы еще делим на y. Чуть-чуть модифицируем наше выражение, вот здесь разделим на двойку и домножим на двойку. Остается лишь замечать замечательные пределы. Итак, предел при y, стремящемся к нулю, синус y, деленное на y, будет стремиться к единице по первому замечательному пределу. Аналогично будет стремиться к единице синус y пополам, деленное на y пополам. Значит, стремление к единичке. Двоечки вот здесь вот эти сократятся, но это даже не принципиально. Ведь у нас еще стоит синус y пополам как множитель. А синус y пополам при y, стремящемся к нулю, будет стремиться к нулю. А значит, первое слагаемое в знаменателе на самом деле стремится к нулю, так как это произведение единицы и нуля. Ну и еще раз надо увидеть замечательный предел. Синус y, деленное на y при y, стремящемся к нулю, стремится к единице. И мы приходим к ответу. В числителе у нас просто единичка осталась, а в знаменателе 0 плюс корень из 3. Значит, просто корень из 3. И ответ на данную задачу – единица, деленная на корень из 3. На этом все. Если остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал и обращайтесь за решением ваших задач.